Это я так просто тебе повезло, потому что у меня очень заботливая мама, которая боится, как бы меня не искусали. И она при каждом случае покупает мне есть без запаха. Давай. Есть без запаха. Без запаха. Может, ничего ушел? Для дома и дачи. Вот это самое сильное. Москитов. Это мой. Залучили. Я не знаю, кто это там. Ты похожа на всех комаров, которые тут есть. У них много очевидно. Хотя в твоем случае я бы лучше уточнил. Что уточнил? Ну как, реально они имеют в виду секс втроем или нет? Тут вопрос такой очень тонкий, деликатный. Поэтому лучше перебить, чем удалить. Так, Полина, что? Твоя пациентка Юлия только что ко мне подошла, и мне показалось, что она... Фил, показалось? Тебе прямо текстом все сказали. Все, я все понял, все понял. Просто дело деликатное, я хотел бы уточнить, что она... Я в шоке. Я к тебе подошла. Я не подошла вообще, тебе все в лоб сказала, что тебе уточнить. Он не знает, как ты... Просто... Пожалуйста, не надо этого. Подушки уже нет. Потому что я уже сплю. Сегодня у тебя? Конечно. Ну как? Сейчас наглость. Сходи, говорит, за таблетку. Ты что, пацан? Я выну сейчас ее обратно. Отпусти меня. Открой мне еще диван. Нет, что мне открыть? Сказали, просовывай постель. Точно? Убирайся, не то мы выкинем на тебя гадюку. Какие комарильи, а? Какая комарилья? Вот жук он вообще таких ключа. Ну, Леся, понимаете, я знаю, как тебе женщины, о которых не принято говорить приличные. Это кто? Проститутка. Ой, наверное, Соктова, замерзну, да? Хотела вчера налить грелку, не ошибки. Она внутри чулочки пробка. Ты же зачем? Она в шубу. Я же маме притащила. Вот! Вообще, я глаза тебя отставлю. А представляешь, она там ходила? Где мне нужно оставлять? Я оставляю ее нигде. Хозяйство. Да какое хозяйство? Все, ухаживай. Я хочу спать. Убирайся. Моя поясничку. Больно вашу подлогу. Я не посмотрю, есть ли пробу? Хотя бы...